Привет, Марио. Недавно посмотрел твое видео про белокопытник гибридный. И вот сейчас нашел это растение у себя в лесу. Интересно, что климат такой разный у нас, а растение одно. Здесь он растет вдоль лесных дорог. У ручьев я его не замечал. Костер так и не удалось разжечь. Все в воде сырое. И даже газовая горелка Витаутуса не помогла. Оказалось бессильно. Снег уже скрипит под ногами. Как вам погодка, товарищ? Лучше всех. Приехали осенью, уезжаем зимой.